Сюнин, разведай местность. Орел, а потом всех убила чума. Мне тоже снился летящий орел. Только мы погибли не от чумы, а от потопа. Покажи, что там впереди. Затеял на свадьбе драку. Это просто сон? Или знамение? Я могу чем-то помочь? Ты, кажется... Найди воительницу с косой. Наша погибель. Она крадет сны. Воительница с косой? Это не Рандви. Где же она? У церкви. К северо-западу от города. Я видела во сне. Найди же ее. Пожалуйста. Я хочу спать. Не вздремнуть перед свадьбой. Снится, как мой бывший затеял на свадьбе драку. Заперто с той стороны. Yeah.
Эй, расскажи мне об ужасных снах, что мучают здесь людей. Что? Рассказать? Обойдемся без рассказов. Сны сами найдут тебя. Они расползаются, как чума. Хуже чумы. Отравляют разум. Красочно, но бестолку. Thank you.
Расправь крылья, Сюнин. Thank you.
Эй, пасаете, что это? Порядок! Порядок! День свадьбы. К удаче. Ну, орел! Чем я могу помочь? Поможет в странствиях. Знаешь толк в качественных вещах. Сейчас такое в ходу. Наверняка пригодится. Бери, будешь выглядеть очень грозно. Больше ничего не нужно? Мне уже пора. До встречи. Yeah!
Что ты видишь? Странно. Валка назвала видение смутным. В этом тумане была Рандви и кладбище. Или, как сказала Валка, место смерти. Валка была права. Рандви! Нет. Я Кассандра. А ты? Твой противник. Ловко машет топором? Да, получше тебя.
А, я больше люблю копье. У тебя тоже не только топор. Откуда этот клинок? Хватит болтать! Так, ладно. Итак, противник, имя у тебя есть? Эйвор, ты, как я понимаю, из незримых? Не совсем, но восхищаюсь ими. Не хочешь говорить прямо? Давай снова биться. Я не из незримых, но у меня есть там друзья. Наши цели часто совпадают. Полагаю, у тебя так же? Да. Я дружу с незримыми и поддерживаю их цели. Значит, у нас больше общего, чем мы думали. Ты не сказала, зачем ты здесь? Ведь твоя родина не здесь. А где? Я так много странствовала, что у меня давно нет родины. Но когда-то ею была Греция. Я ищу древний артефакт, из-за которого на этот остров пришла беда. Ты о кошмарах? Вельва сказала, что та, кого и найду вместе смерти, и есть их причина. Та самая Вельва, что приняла меня за Рандви? Видно, у нее был не лучший день. Хочешь сказать, не ты убила всех этих людей? Они перебили друг друга в исступлении, обезумев без сна. А причина в артефакте, который я ищу. Так-то я давно бы его нашла, но этот туман все усложняет до невозможности. Если тебя обескураживает простое проклятие, что ты будешь делать в мире духов и снов? Проклятие? Значит, ты знаешь тайны этой земли. Я... Ты что-то слышишь? Нет. Слушай, что-то подсказывает мне, что мы должны объединиться. И что же тебе это подсказывает? Ну как же? Ты хочешь прекратить кошмары, я забрать артефакт, их причину. Помоги убрать туман, и мы его найдем. И как после такой встречи я могу поверить, что кошмары насылаешь не ты? Клянусь тебе, я хочу их прекратить. Что ж, объединимся. До поры. Ну же, помоги мне! Конечно. Сейчас. Ну и сила. Тебе ль не знать. Я ведь едва не прикончил тебя в той схватке. И самомнение подстать силе. Не удивлена.
Интересная церковь. За время странствий я такое еще не видела. Ты любоваться пришла? Или убирать туман? Просто пользуюсь возможностью. Я ведь здесь ненадолго. Проклятие Нидингов снято. Славно. Проклятие снято. Теперь найти артефакт будет много проще. Рада, что взяла тебя с собой. И работать пришлось мне. Ты меня раздражаешь, ясно? И теснота тут раздражает не меньше. Давай выбираться. Чем они нас? Жестко. По-моему, в бою кое-кто из них обращался именно к тебе. Из-за этого артефакта происходят странные вещи. Но раз туман исчез, найти его будет проще. В здешних холмах чужаку не справиться. Желаешь стать моим проводником? Не так быстро. Я возьмусь помочь, если узнаю больше. Скажем, какой именно артефакт ты ищешь? Чем меньше о нем знаешь, тем лучше. Лучше для тебя. Но ты ведь доверие хочешь, да? Он исполнен большой мощи. Его оставили здесь... старые боги. Если не забрать его, в мире воцарится хаос. А почему на нас не действует сила или проклятие этого артефакта, как на всех прочих? Это сложно объяснить, но такие предметы влияют на людей по-разному. Многих они подчиняют. Возможно, мы обладаем схожей силой. Но хоть у нас нет кошмаров, все равно этой вещи нужно опасаться. Если артефакт такой древний был оставлен здесь невесть когда, почему беда пришла лишь сейчас? Локи заскучал. Шутка. Честно сказать, не знаю. Эти артефакты можно пробудить. Кто-нибудь мог найти его.
Вообще, его мощь многих привлекает. Это Искус. Как именно ты хочешь его отследить? Не твоя забота. Поиск таких артефактов уже давно мое призвание. У меня развелось на них чутье. Туман полностью исчез. Будет проще простого. Значит, надо спешить. Что будем делать? Теперь, когда тумана нет, мне будет проще отследить, где артефакт. Однако прежде я, пожалуй, еще раз взгляну на эту церковь. Может, узнаю этот край получше. Встретимся в Топте? Думаю, чтобы узнать этот край получше, мало взглянуть на одну церковь. Ладно, до скорой встречи. Кассандра очень странная. Не знаю, можно ли ей доверять. Долго ходишь. Я уж подумала, беседы о богах и кошмарах тебя все-таки напугали. Сказал же, приду. Ну, славная охотница за артефактами, ты легко нашла добычу? Не совсем. Но, изучив остров, поняла, что делать дальше. Могу отвезти в нужное место. Можешь, так веди. Этот совместный поход начинает утомлять. Ты так говоришь, будто искать спрятанные древние реликвии проще простого. Ты, должно быть, давно охотишься за артефактами? Да, очень давно. И как так вышло? Однажды я решила отдохнуть, и все пошло прахом. Теперь это, можно сказать, призвание. Когда найдем артефакт, что именно нужно будет с ним сделать? Увезу его подальше от этого острова и спрячу. Там, где никто не сможет обратить его силу во зло. Силу? Он что, вроде оружия? В дурных руках, да. Оружие, которое нельзя применять. Оружие и вдруг нельзя. Звучит, будто ты слишком слаба, чтобы подчинить эту силу себе. Пусть это кажется странным, но поверь... Эту мощь нельзя недооценивать.
Иначе твоему миру не уцелеть. Пришли. Каким-то образом эти камни должны привести нас к артефакту. Думаю, это загадка. Ясное дело. Раз уж ты так ловко играешь в камушки, давай, реши-ка ее. Все здесь пронизано странной силой. И все? Ничего нет? Ах да, ты не видишь. У тебя нет моего дара.
Это случаем не наследственный дар? Кто твои родители? Лучше займись делом. Похоже, это остров Скай, но тут есть какие-то знаки. О, вот как? Нет, неужели это... карта? Зачем говорить, когда и так ясно? Ну? Что там за знаки? Несколько треугольников, а недалеко отсюда крест. Так чего же мы ждем? Нам туда, где крест. Ты все время нападаешь на незнакомок на кладбищах? Или у тебя есть и другие дела? Я забочусь о своих людях. У нас поселение, Рейвенсторп. Это хорошо. Я, кажется, уже целую жизнь странствую одна. Звучит так, будто... А сколько тебе лет? Больше, чем кажется. Но все говорят, я молодо выгляжу. Какая у тебя красивая птица. Ее зовут Сюнин. Птицы я люблю. Когда-то у меня был орел по имени Икар. Ворон лучше. Орлы — это слишком... мощно? Пошло. Что молчишь? Раздумываешь, не кинуть ли мне в голову топор? Нет, просто я не охотник болтать попусту, как ты. Ясно. А то бой дался мне нелегко. К новому я не готова. Мне тоже пришлось попотеть. Это что, комплимент? Здесь ничего нет. Надо встать здесь. Да? Доверься мне. Или хоть притворись, дело пойдет быстрее. Ладно. Как ты узнала? Большой опыт. Опять напали. Видно, их тянет к храму. Они весьма упорны. Они говорят на твоем языке? Меньше слов, больше дела.
Я уже видела такое. Сюда кладут осколки, ключи. Тогда откроется... Нет. Сперва ответь мне. Те, кто на нас напал, говорили на твоем языке? Я уже сказала. Это артефакт свел их с ума. Кассандра! Эйвор, когда ты поймешь, что я пришла помочь? Нет, ты мне лжешь, я уверен. Но разве я не помогала тебе все это время? Те, кто напал в первый раз, знали тебя. А эти говорят на том же языке. Нет, ты меня не одурачишь. Возможно, именно мое появление на острове Скай пробудило силу артефакта. Но я не уверена. И даже если это так, тем больше причин убрать его отсюда. Нет, тем больше причин тебе уйти, а мне самому им заняться. Хватит с тебя. Тебе нет веры, Кассандра. Ты не знаешь, с чем имеешь дело. Тебе нужна моя помощь. Я знаю, что нужно делать. А если эти люди охотятся за тобой, тем проще мне будет в одиночку. Эйвор, прошу! Этот артефакт слишком силен, тебе с ним не справиться! Я не страшусь никакой силы. И спорим, управлюсь с этим оружием лучше, чем ты. А, что ж! Я сыта тобой по горло! Это невыносимо! Дерзость, Эйвор! Вот что тебя погубит! Чтобы открыть эту дверь, я должен собрать все осколки. Нужно спешить. Чтобы открыть эту дверь, нужно собрать все осколки и поместить их на постамент. Я уже видела такое. Сюда кладут осколки, ключи. Тогда откроется... Нет. Сперва ответь мне. Те, кто на нас напал, говорили на твоем языке? Я уже сказала. Это артефакт свел их с ума. Кассандра! Эйвор, когда ты поймешь, что я пришла помочь? Может, ты и не скрываешь правду? Нет же. Но то, что они говорят на твоем языке, не совпадение. Возможно, именно мое появление на острове Скай пробудило силу артефакта. Но я не уверена. И даже если это так, тем больше причин убрать его отсюда. Нет, тем больше причин тебе уйти, а мне самому им заняться. Хватит с тебя. Тебе нет веры, Кассандра. Ты не знаешь, с чем имеешь дело. Тебе нужна моя помощь. Я знаю, что нужно делать. А если эти люди охотятся за тобой, тем проще мне будет в одиночку. Эйвор, прошу! Этот артефакт...
слишком силен. Тебе с ним не... Я уже... Нет. Я уже сказал... Кассандра! Эйвор! Что ж, мы уже прошли немалый путь. Я верю, что ты желаешь добра. Спасибо. И раз говоришь, что ничего не скрываешь, я верю. Возможно, именно мое появление на острове Скай... пробудила силу артефакта. Но я не уверена. И даже если это так, тем больше причин убрать его отсюда. Нет, тем больше причин тебе... Ты... А, что ж, дерзость! Чтобы открыть эту дверь, я должен собрать все осколки.